Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сообщил, что сделка с чемпионом WBC в тяжелом весе Дуантеем Уайлдером заключена. Дело сделано, но как это часто бывает в боксе, все может быть отменено. У Тайсона и Дуантея по графику свои бои. Уайлдер будет драться с Ортисом, а Фьюри с этим большим шведским парнем в сентябре. Надеюсь, что они победят, и тогда реванш состоится. Транслировать бой будет два телеканала. Проспект легкого веса Райан Гарсия, так же как и Сауль Альварес, недавно высказал свое недовольство в отношении промоутерской компании Golden Boy Promotion, которая занимается его продвижением на профессиональном ринге. В частности, Гарсия жалуется на недостаточную рекламу его боев. Об этом 20-летний американец сообщил через свой твиттер. «Главная мысль вот в чем. Я заслуживаю право продвижения своих поединков от начала и до самого конца, а не того, как со мной обращается на данный момент. Просто объявляет бой, а затем сваливает на мои плечи его рекламу. Благодаря моим многочисленным фанатам мне удается пока справляться с этой задачей. Однако, я повторюсь, я заслуживаю полноценного продвижения». Американский инсайдер Лэнс Пагмайер назвал ориентировочную сумму вознаграждения украинского боксера Сергея Деревяченко за титульный бой с Геннадием Головкиным. Ожидается, что Деревяченко заработает около 5,5 миллионов долларов за бой с Головкиным, что близко к той же сумме, которую Golden Boy предлагали ему за поединок с Канело. Промоутер Эдди Хирн заверил, что его подопечный чемпион WBO в среднем весе Дмитриус Андрей готов к бою с Саулем Альваресом в октябре этого года. Напомню, команда мексиканца не успела договориться о бою с Сергеем Деревяченко, в результате чего Сауль лишился титула IBF. Хотят ли Канело и Оскар биться с Андрейдом, мы скоро узнаем, но с точки зрения вероятных кандидатов сейчас Дмитриус должен быть первым в их списке. Он чемпион мира и готов выйти на обвинительный бой. С точки зрения доступных для Альвареса поединков, встреча с Андрейдом самая громкая. Если Делахой Канело выберут Андрейда, он готов. Также Эдди Хирн в интервью порталу Second Out рассказал, что экс-чемпион мира Джозеф Паркер проведет бой против Дерека Чисоры. Этот поединок будет долгожданным для парней. Чисора доказал, что он отличный боксер после удачного выступления в бою против Шпильки. Если Чисора побьет Паркера, то у него будет право участвовать в бое за пояс чемпиона мира. Нас ждет большой бой в конце 2019 года. Британский боксер Билли Джо Сондерс устроил небольшой интерактив в своем инстаграме с болельщиками. Некоторые вопросы касались даты возвращения Сондерса на ринг и имя его возможного соперника. Сначала Билли шутил, предложив подраться известному певцу Робби Уильямсу. Затем Сондерс все-таки намекнул, что хотел бы сразиться с Саулем Альваресом. Он репостнул публикацию одного из болельщиков, в которых он призывает промоутеров устроить этот бой. Также британцу понравилось предложение фанатов места боя – стадион Уэмбли в Лондоне в следующем году. Казахстанский боксер Муса Турсунгалиев показал болельщикам процесс своих тренировок в Японии. Очередное видео Турсунгалиев опубликовал на своей странице в инстаграме. Напомню, недавно Муса заявил следующее: «Скоро я буду чемпионом мира. Весь мир будет шокирован казахстанским воином». Дата возвращения казахстанца на ринг пока неизвестна. Украинский боксер Денис Беренчик выехал в лес, где провел тренировочные занятия с импровизированной грушей. Стоит отметить, что, вероятно, эту грушу создал сам Денис. Основным компонентом ее являются машинные покрышки. «Всем спорт, всем силы и добра», – написал Беренчик. Экс-чемпион в первом полусреднем весе набиец Джулиус Индонга Тускалуси, Алабама, вернулся на профессиональный ринг после 18-месячного перерыва, победив досрочно техническим нокаутом во втором раунде 32-летнего американца Картависа Джонсона. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.